Привет всем, это я, Робот, и сегодня мы начинаем третью часть игры Simulacra Pipe Dreams. В прошлой серии мы победили Тедди снова, но он начал нам присылать видео, которое я не понимаю. И там он рассказывает о том, что у него происходят странные вещи, которые он сам не знает. Короче, я даже не понимаю, как человек может играть такую игру и найти зависимость. Блин, короче, неважно, продолжаем. Короче, он еще говорит, что игра его контролирует, так и далее. Короче, отпишем ему. И мы ответим ему, are you messing with me? Потому что это выглядит весело. И видите, игра не месилась этот раз. Значит, она хочет, что у него была паника. Что странно. Не понимаю. Если игра это какое-то демоническое существо, тогда почему люди не перестают на него играть? Я не знаю это. Это настоящая жизнь, потому что я такие игры не играю. Я играю в такие игры, которые мне нравятся. И это правда. Ага. Когда это началось? А вот что я говорю. С игры. С этой дурацкой фрапи, блядь. Что сказать? Не сказать, выглядит очень тупо. Ага. Потому что ты меня даешь мне вызов, и поэтому я играю. Неужели? Тогда кто мне дает вызов, Тедди? Кто? Нет. Я понимаю, что его игра контролирует, но такое, как будто он сам не знает, что делать. И это выглядит тупо даже. И я не успел отписать. Блин. Блин, как будто я ему не верю. Как будто я ему не должен верить, да? И как ты себя можешь забывать? Ладно. Посмотрим, это стоит. Мы уже это видели с самого начала. Тедди, почему ты нам это показываешь? Потому что мы это завидели в начале. Ладно. Я не помню, что ему я уже первой серии ему ответил, потому что это было уже давным-давно. Знаешь, Тедди, я не помню, что я говорил ему в первой серии, потому что это первая серия уже каких-то 2 недели назад была. И я забыл, что там было. Я не помню, что я ему говорил. И поэтому... Ага. Игра начинает контролировать. Минутку. Значит, я говорю с Тедди, как-то странно. Значит, тот же самый человек говорит со мной, только у него вселяется другое чувство или что-то другое. Неважно. Да, это очень странно. Даже для меня. Эй! Я не такой и надоедливый. У меня есть друзья. Очень много друзей. А если тебе не нравится это фрапи болт, тогда иди отсюда. Сколько у тебя друзей, а?
Боже, даже музыка поменялась. Как-то жутковато. Блин. И что, игра что ли открутилась? Ладно. Блин! Что это было, блин? Блин, я знаю, что я не... О, я знаю, что я не... Это, для меня это не было страшно, но... Да. И теперь игра спрашивает, какая у меня... И мне не дали ответить. Потому что ты мне не даешь ответить. Блин, а какая важница, как можно прогрессировать в жизни. И меня опять выгнали с первого места. Отлично, молодец. Ну просто супер. И скажите мне, объясните мне, почему это вы делаете? Это же, эта игра, она какая-то странная. Сюжет игры, что, это то, что... Этого человека захватила, селилась одна игра по имени Флаппи Бот. Я не понимаю, как это можно быть такой? И я ответил, это я отвечу? Я не знаю, потому что я не знаю здесь уже ничего. Я не знаю как, но мне как-то выглядит странно. Ладно. The fuck? The pain feels permanent? Чего? Ты хочешь сказать, тебе нравится? О, смотрим, что это. Ага, это какой-то номер. Я не знаю, что это, но... Я не знаю, что это, но надо посмотреть. Ой, блин, я не опять нечаянно все. Я опять нечаянно все жму. Боже, дайте мне выйти, боже. Меня и заблокировали. И ладно, что здесь пишут? The fuck? Блин, игра его полностью захватила. Ладно, надо будет что-то, ладно, как там написано, и это 80 или, блин. Надеюсь, что не получится. Ладно. Ладно, попытаемся это сделать. Если мне получится. А если нет, тогда... А что здесь? Блин, опять не туда назад. Боже. Так, как там? 80. Блин, неужели мне придется вернуться назад? Как-то мне не нравится это. Это мне не нравится. Нет, серьезно, не нравится. А. Ладно, идем сюда. Ага, ладно. Надеюсь, что я правильно все сделаю. Нет, неправильно, значит... Я что-то не так не делаю, ах, не важно. Забудьте об этом. Нет, забудьте об этом. Потому что я не думаю, что я все здесь найду. Боже. Или мне так кажется, или музыка стара.
течет помедреннее, поглубже. Not now, блин. Минутку. Чего? Ты что, совсем? Ты тварь! Ты настоящая тварь! О, блин, Тедди создал группу. Заебись. И игра сохранилась. Отлично. Как хорошо. Вот именно, что тут происходит. Знаешь, что я тебе скажу? Посрать, ладно? Ты долбоёбская игра. Ты дурная игра. Поняла? Я ненавижу тебя. Ты отнял у меня все яйца. Теперь мне придется смотреть на эти долбанные программы. Я ненавижу на эти программы, рекламы смотреть. Просто они надо... И они не дают мне ответить. О боже, теперь они будут здесь осуждаться, кто прав, кто нет. Не прав. Ладно, я понял вас. Блин. Бля. А сама, как? Нет. Оскорбил её, а её. Да, это она, потому что... Это женщина. Нет, это игра женский голос, так что да. Блин. Ага. Что мне теперь делать? Плакать? Да? Так нафиг. Что ты здесь пытаешься сделать? Извините, но я не знаю, как тебе здесь помочь. Я могу тебя спасти, но ты должен сам за себя постоять, потому что я не знаю, как тебя здесь защищать. Не знаю. Блин, не знаю. Хоть могу узнать. Блин. И как понять, как Тедди может общаться со собой? Это невозможно. Ни с одного того же телефона невозможно общаться. Или у него 2-3 телефона. И может игра каким-то образом контролирует. Так что... Она писала за его имя. Вот я не знаю, как это может быть. Не знаю. Полностью не знаю. Хоть могло быть все по-другому. И она говорит ему, что нужно сдаться. Да, именно. Да, ты можешь поменять. Оу, теперь ты хочешь, что я не передрезался? Ладно, я могу это сделать. Только попроси, но я не думаю, что это возможно, потому что я не уйду. Потому что мне дружба важнее, чем какие-то игры. Знаешь, что игра? Фрапи был посраты. Ладно. И что теперь? Ага. Да, мы можем с этим сражаться.
Вот это кринж, но я не понимаю почему. Там был еще один выбор, но я не думаю, что игра мне даст выбор. Я не знаю. Каждый раз, когда я задерживаюсь играть, Дрейд за меня выбор. И это меня раздражает. Очень раздражает. И меня вы... И Тедди выгнал меня с группы. Ладно. Блин, то же самое, я не знаю, как ответить, я не знаю, как это сделать. Ага, сколько попросишь. Да, я хороший друг, и не забудь про это. И не забудь про это. Конечно, ты можешь с этим связаться, если ты не будешь засыпать. Потому что я думаю, что игра начинает тебя контролировать тогда, когда он засыпает. Вот именно, он засыпает, и поэтому она его контролирует. Ну. Ой, надеюсь, что... Надеюсь, что я нормально ответил, потому что это не такие выборы, где его... О, нет, она его начинает опять захватывать. Боже. Она его снова захватила. Она его снова захватила. Она захватила его. И теперь мне даст вызов. И мне придется за этими яйцами идти. Как я ненавижу, когда это происходит. Боже, это что, аниме? For the last time, prepare for my final form, боже. Значит, ты хочешь дать мне вызов? Пожалуйста. Пожалуйста. Да Your неужели? continuous interference of your plonker of a friend is beginning to grind my gears. You could have just let him be happy, but oh no, you Нет, к just этому. had to throw a spanner in the works. If you really want him so bad, then you have to fight for it. Минутку, это моя профка. Я спрячу лицо от цветов. Ага. Как... И у меня нету We are яиц. all lost. Конечно. И придется мне смотреть рекламы. И сцена стала с какой-то страной, которую я не понимаю. Как это возможно? Ладно, надеюсь, что мне получится. Вот. Ой, умереть. Да посрать! Да помолчи, я не собираюсь продавать свою душу. Надо придется смотреть рекламу. Да, так и есть, надо придется смотреть рекламу. А я это... Короче, ребята, я вернулся, и вы не представляете, как мне надоело. Блин, я уже, наверное, посмотрел тысячи программ про какую-то кредитную карточку, которая мне не будет интересна. Короче, начнем. Я собрал 2000 яиц, и теперь можем продолжить. Надеюсь, что мне никто не поменяет. Ой-ой-ой-ой. Ладно. Получилось. Теперь нужно каким-то образом... Ах. Зем. Потому что я не собираюсь здесь для себя тратить энергию. Ладно, блин. И мне не нравится, что... О, боже. А. Блин. Ну, это чуть-чуть несправедливо. Почему? Потому что она жульничает. Она просто жульничает. Она просто жульничает. Она жульничает. Ладно, я знаю, что я жульничаю, но мне пришлось это сделать.
Мне пришлось это сделать, ребята. Не говорите, что вы не сделали. О, блин. Не говорите, что вы это пытались сделать. Потому что я знаю, что каждый из вас это сделал. Блин. Я просто трачу яйца. Так, ладно. Не важно. Осталось очень мало. Осталось очень мало. Мы уже собрали 44 очков. Что означает, что мы скоро победим. Надеюсь, что не произойдет так, что я проиграю свою душу. Надеюсь, что этого... О, боже! Ладно. Я не знал, что это так возможно. Не знал. Ой-о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 й. Блин! Как это произошло? Вот объясните мне. Как это произошло? Я же нормально все сделал. Как? Вот как? Вот как? Вот как? Ладно, осталось чуть-чуть. Осталось 2, 3, 4, 5, 6, 7 осталось. Надеюсь, что за... не получится, потому что... Ой-ой. Ладно, воскресим себя. Надеюсь, что я не проиграю. И я бы истрачил одну. Не важно. Ладно. Может, получится мне как-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, блин. Блин, надеюсь, что я не проиграю. Умоляю, так не говорите, что я не проиграл. Пожалуйста, не говорите, что я не проиграл. Все. 70! 71! Новый рекорд! Все, я опять на первом месте. Сосри, гнида! Посмотрим, как тебе нравится, когда тебя кто-то побеждает, а? Всё, я победил ее. Она проиграла. О, посмотрим, что Тедди делает. Ха. Ладно. Ха. Надеюсь, что я не проиграл свою душу. Если так, тогда... Ладно. Проиграл, так проиграл. Если нет, значит и нет. Я не обвиняю себя. Не обвиняю. Ну, Тедди, смотри на экран. Ты в порядке или не в порядке? Если в порядке, скажи да, а если нет, скажи нет. И что я только что сказал, неважно. Блин, я опять показал свою другую сторону. Нет, ну мне не нравится показывать эту сторону. Потому что я чувствую, что я это делаю тупо и непонятливо. Короче, она побеждена, и это важно. Да, я это тоже чувствую. Я чувствую, что хоть она меня не была серьезной, я не понимаю, как ты мог потерять контроль на ней, Тедди. Вот именно, что теперь. Ладно. О, он назвал мое имя. Очень рад. И какую концовку получил? Ха-ха-ха. О, блин, как я этому рад. Ха-ха-ха. О, блин, как мне нравится это все. Потому что, когда я раньше играл эту игру, я всегда получал худшую концовку, что я, наверное, что я, она украла мою душу и так и далее.
И мне это не нравится. Yes, мне нравится эта игра. Skip. Next. Короче, это была симулятор Pipe Dreams. Я рад сказать, эта игра, наверное, самая лучшая, которую я когда-то видел. Знаете почему? Потому что здесь можно выбрать свои выборы. И хоть игра не дает нам что-то делать. Я имею в виду, что игра дает нам выбирать свои решения, а не решения, которые сюжет принимает. Потому что, если вы не представляете, игра для меня, наверное, это то, что вы можете представить. Короче, я думаю, что тот, кто играет в игру, тоже это понимает. И думаю, что... Они, разработчики, на самом деле сделали эту игру интересной. А что тут? Скип! Кроус, на, у меня нету денег на это. Нету. Ага, что теперь ты пишешь, Эдди? Ага, и теперь игра сохранится. Короче, ребята, и здесь мы оканчиваем прохождение на симулятор Pipe Dreams. Надеюсь, что вам понравилась эта игра. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пока!